Здравствуйте, дорогие друзья, Ренотрафик. Мою печку соединил, шланги, это быстросъемы, самодельная, это для холодной воды, но держится, не пускает. Иногда бывает, капли капает отсюда и все. Соединил печку, два шланга и мою. И буду проверить потом это свеченакалы, они должны работать. Это и специально установлено, чтобы, когда вы заводите утром машину, чтобы быстро печка нагрела. Допустим, зимой у нас такой лед на переднем, быстро, чтобы разморозить. Вот это у нас минус. И 4 свечи накала. Их тоже проверю. Если не работает, поменяйте. А то печку моем, печка была забита. Вот у меня самодельный. Это из стаканчика ложил, туда, чтобы брызги не было. Там внизу сетка стоит, на сетке стоит еще тряпка. Марли стоит, чтобы мелкие частички не попало вниз. Вот у нас моторчик газелевский. 12 вольт работает. Аккумулятор севший, я на зарядку поставил. И тем греет 220 вольт. Вот видите, включился. Когда греет 80 градусов, я включается. И отсюда смотрю, когда включен, это нет, 80 градусов. Так что так, ребята, сейчас идем. Кое-что хочу вам показать. Масло меняю. Масло меняю. Я всегда левую и правую сторону поднимаю. Правую сторону поднимаю, чтобы масло потекло до конца. Сейчас покажу вам кое-что. Вот клиент сказал, есть какой-то стук. Везде проверил, никакого стука, ничего такого нету. Но есть. Вот масло течет там. Вот смотрите. Когда проверяем все ходовое, там обычно шаровые проверяют. Потом салимблоки проверяют. А сюда никто не обращает внимания, ребята. Вот смотрите, это салимблок подрамника. Вот видите, здесь зазор. А с той стороны такого нету. Большой зазор. Она упала на эту тягу, где держится из кузова. Вот смотрите, суваю сюда. Вот видите, зазор появляется. Да хрена, а с той стороны такого нету. Зажал это болтик нижний. Уже не зажимается, но все равно люфта остается. Вот здесь большой люфт. Когда здесь большой люфт, что означает? Это означает, земля ему пухом. Салимблок надо на подрамнике менять. Вот видите, да? Болтается и зазор. Вот так. Так что обратите внимание, Renault Traffic, Opel Vivaro, у них полезет эта хрень. Общий подрамник у нас болтается. Сейчас камеру положу. Я не знаю, видно ли будет вам или нет. Это под машиной. Показываю, чтобы тоже видели. Вот, обратите внимание на подрамник. Видите, да? Поднимается и спускается. Вот. Ходит где-то больше сантиметра. Не больше, где-то сантиметр. Вот так. Так что, если какие-то стук, в первую очередь посмотрите в таких местах. Всем удачи, всем до свидания. Дай Бог вам всем здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Делайте сами, здесь нечего бояться. Всем удачи.